рыжая кошка Элким. Создатели Миронька Михаил, Даткан Дарья. Ученики 4 А класса, экономическая гимназия. Ходила на Найском селении бродячая рыжая кошка. Никто ее не боялся, и она никого. Она заходила в дома и ловила мышей. За это люди ее любили. И так она жила долго, пока в семье Актанкан не родился сын Алкима. Заглянувшись домой, кошка увидела мальчика, и он сразу понравился. Они вместе играли, а под ее нежным мурчанием вместе засыпали. Так она приходила каждый день, пока родители мальчика ходили на рыбалку. Однажды Алкима нашел старый бубен дедушки. Он ударил по нему. Ему очень понравилось. С тех пор Алкима с бубном никогда не расставался и меньше проводил времени с кошкой. Из-за ревности кошка перестала к нему приходить. Когда кошка долго не появлялась, Алкима понял, что она на него обиделась и стал ее разыскивать. Когда нашел, кошка нежилась на солнышке у берега реки Амур, как маленький котенок. Чтобы кошка на него не злилась, Алкима с помощью бубна и колдовских чар подарила полосатый наряд, мощную силу и благородное имя Амба. Когда об этом узнал народ, все стали называть его род тигриным. Так появились в сирийской тайге полосатые тигры. Конец.